делает обзорную экскурсию по Шарм-эль-Шейху и везет своих туристов совершенно бесплатно. Вот сегодня мы решили попробовать такую экскурсию, покажем, расскажем, как интересно провести время в Шарм-эль-Шейхе. Мы находимся на площади Мира возле конструкции в виде земного шара с 8 крыльями, указывающими на стороны света. Эта конструкция вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое произведение искусства из металла. Мечеть Шарм-эль-Шейха называется Эль-Мустафа. Почему два минарета? Потому что на первом этаже молятся мужчины, на втором женщины, и поэтому здесь именно два минарета. Так нам во всяком случае сказала нам шагит. Кстати, что касается религии Египта, то, естественно, это мусульмане здесь, и вы можете посмотреть на нашем канале еще выпуск по Стамбуле, там тоже есть интересные кадры и такое познавательное видео для тех, кто вообще хочет побывать в Стамбуле. Если говорить вообще о египтянах, то у них нормально иметь больше трех жен, четыре, но это только если первая подписывает соглашение, что она согласна на последующих, и муж может обеспечить все семьи. Это такая особенность мусульманского мира. Да, нам, славянам, как-то трудно это даже просто понять. Там имеет несколько жен. Кстати, молятся они 4-5 раз в день. Даже если ты на работе, ты расстилаешь коврик и прямо на рабочем месте обязательно молишься. Да, здесь это можно везде встретить. Вот просто в какое-то определенное время такие, я так понимаю, более религиозные мужчины. Только мужчины, да, они просто молятся на восток, и ничего им не мешает. То есть это самое главное на тот момент события, которое у них происходит. Сейчас мы находимся с вами в таком так называемом умывальнике. Купальня. Купальня, да. Люди здесь умываются до начала молитвы, очищают свое лицо, руки моют. Тоже такой своеобразный обычай.
фабрика Нефертити, такие бейджики, ну, типа мы Нефертити, короче. Разные масла. Мы так красивые, мы будем стать еще красивее. Сейчас маслами намазываемся, будет все супер. Извините, у нас снимать нельзя. Я не вас снимаю, у меня селфи. Сейчас мы приехали в Копский православный храм. В этот храм нельзя заходить внутрь, если у вас не покрыты коленки. И эти правила действуют и для мужчин, и для женщин. Поэтому мы сейчас оденем такие одеяния, длинные платья, и пойдем смотреть, что же там есть интересное внутри. Видец вообще нормальный, у меня тоже. Как называется, Зай? Копский православный храм. С правой стороны молятся женщины, с левой стороны молятся мужчины. Такой обычай. Здесь православие таково, что если ты один раз женился или вышел замуж, ты не имеешь права разводиться. Какой контраст с мусульманством? Там у тебя может быть 3 и больше жен, а здесь, в православии, только один раз, раз и навсегда. И книжники привели к нему женщину, которую нашли во время Брилю Бадьяни. Сказали ему, эта женщина нашли во время Брилю Бадьяни. Моисея на Ветхом Завет заповедан нам побывать таких камнями. Вот это именно история вот с правой стороны на крыше. Иисус сказал им, кто из вас без грехи, то бросит камень первый. А человек без грехи есть? Не бывало, не будет, короче. Кроме Иисуса, написано о нем во всех религиях. Начинает жужжать, когда его выше поднимают. В Копском православном храме Шарм-эль-Шейха. Это храм христианства. Только что вот мы были на экскурсии, и
нам египтянин, христианин, рассказал полностью Евангелие, там, со всеми иллюстрациями. Этот храм расписывало 2 художника, и еще 17 художников помогали. Вообще храм строился 6 лет, и еще 2 года его расписывали. Похоже на луч сонця, та символ Амун-Ра, луч сонця. І ось ліве крило похоже на піраміда, піраміда – символ вічності. Так, ми вилучаємо цей бумаг з цього растіння, він висить 4 метри. Треба бачити, він розміром, наприклад, цей розмір. Потім очищаємо, це одне слово, яке снаружи, піраміда, проєкт, був. І беремо білігу, ну, приймемо кричі. Потім відбувається, вона тонкі волоски, молотком не скарка, в красі будуть розпечені волоски, як це буде. Волоски держать много сахара. Когда мы положим волоски в вода 6 дней, каждый день меняем воду, будут цветы, а волоски получаются в конце цветы бумага. 12 дней вообще меняем воду, будут темные волоски, получаются в конце темные бумага. 2 типа, ну, чистого одинакового. После 6 12 дней остается только 10% сахара на волоски. Потом мы положим волоски вертикально до конца, горизонтально до конца. Потом еще 6 дней под пресс. 6 дней под пресс, с помощью сахара волоски соединяются, скаляются, получаются. Как отличить настоящие подделки от бумага? Когда цвет для бумага варцвит, будет видно вертикально на горизонтальном волоске, это значит настоящая бумага сгодится. Темная бумага варцвит, ничего не будет видно, потому что это очень темный. Будет видно сразу, что одну сторону. Сейчас мы приехали с обзорной экскурсии, нас завезли на какую-то типа фабрика сладостей. Но я так понимаю, что это, наверное, не фабрика. Да, ну я думаю, что это просто магазин сладостей, в котором все не то, что там в 2 раза дороже, в 7 раз. Вчера да, мы вот нашли, извини, мы просто нашли некоторые продукты, которые в 7 раз дороже, чем в Мангомаркете. Да, пастила, которая в Мангомаркете стоит $1, тут стоит 7. Кофе 250 грамм, тут стоит $10, в Мангомаркете $7, полкило. То есть не ведитесь на этот развод, смело ищите, едьте на такси, идите из отеля пешком в Мангомаркет, если вы хотите купить сладости, крема для лица, какие-то, все, что можно привезти из Египта, плюс там рядом есть замечательная аптека с хорошими ценами. То есть все, что вам нужно знать, Мангомаркет, волшебное слово, да, отправляйтесь туда. Вот если вы отдыхаете в районе старого города, а здесь очень много отелей, или планируете сюда, то все. Туризм построен так, что люди приезжают в отель, и многие, кто первый раз, особо вообще не ориентируются. Идут покупать на старый город или где-то вот с экскурсиями. И здесь так вот очень активно объясняют о том, что это вообще классная цена, очень настойчиво. Прям хочется в это верить. Но реально, если вот от этого места, где мы сейчас находимся, проехать 5 минут на машине, ну пешком, наверное, конечно, далеко, но это не отельная зона уже. То есть если вы живете в районе старого города, то в Мангомаркете все цены на все, что есть, вот, к примеру, в этом магазине, в 5, а то и в 10 раз дешевле. То есть все чисто для туристов. Да, у нас будет обзор Мангомаркета, что там продается, по каким ценам. Поэтому смотрите нас на канале Big Family Trip. Будет интересно.